которым получили утрос имущества, было уведомление, что мы якобы не собрали весь комплект документов к аукциону. Считаем, что подобный формат проведения аукциона является абсолютно непрозрачным и не соответствует требованиям российского законодательства. На этой неделе Сбербанк сообщил, что приобрел долю, объем которой не называется, в Центрстрое. В сообщении Сбербанка отмечалось, что, по его мнению, акции Центрстроя, как владельца сверхпривлекательного актива, имеют большой потенциал роста. Но остается не очень понятным, как Сбербанк пошел на такой шаг в условиях, когда московский арбитраж буквально за несколько дней до того удовлетворил заявление об обеспечительных мерах, которые подал Мостовик, и запретил Росимуществу передавать в собственность Центрстроя акции Мосметростроя. Сбербанк ситуацию пока не комментирует. Вот что заявил по этому поводу Бизнес FM, запрет проблем.